Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас воскресенье, наше с вами время, 16:30 по Москве. Начинаем нашу медитацию. Те, кто присоединяется, устраивайтесь поудобнее. Мы сегодня будем сидеть. Руки и ноги не скрещиваем. Сегодня отправимся с вами на водопад. Давно уже не делали замечательного омовения на водопаде, священном водопаде с прекрасными энергиями. Скажите, пожалуйста, отзовитесь, как меня слышно, где вы сейчас находитесь, если можно, если есть возможность написать. Буду рада. Картинку, которую вы видите на экране, она сделана фотография в Бразилии. Это вот дорога на водопад, такого примерно цвета. Земля там, красный такой, красная глина. Ну а под ней кристаллы, множество кристаллов. Ну что ж, я вижу, люди присоединяются, но почему-то никто не хочет даже поздороваться. Ну ничего. Устраивайтесь поудобнее, водичку возьмите. Спасибо, Александра, за приветствие. Я вас приветствую. Калининград, очень хороший город, когда там была. Да. Ну, прекрасно. Давайте, друзья, устраиваемся, расслабляемся, потихонечку закрываем глаза или начинаем с открытыми глазами. Начинаем дышать. Глубокий вдох. Я вас приветствую, Александр. Глубокий вдох и выдох. Еще один глубокий вдох. Желательно дышать животом. Когда мы быстрее расслабляемся. Глубокий вдох и выдох. Расслабляются ноги. Бедра. Не забываем заземлиться. Расслабляется туловище. Грудная клетка полностью расслаблена. Расслаблены руки. Они лежат на коленях ладошками вверх. Не забываем глубоко дышать, продолжаем глубоко дышать животом. Глубокий вдох. На вдохе живот выпячивается вперед. На выдохе живот втягиваем. Расслаблены руки. Плечи, шея полностью расслаблена, голова, расслабляйте щеки, скулы, подбородок, глаза, веки полностью расслаблены, глаза просто закрыты, а веки расслаблены. Расслаблен лоб. Все лицо полностью расслаблено. Сделайте еще несколько глубоких вдохов и выдохов.
приглашаем все ваши структуры, ангелов, архангелов для помощи в медитации. Приглашаем всех докторов, духов, духовного госпиталя. Доктора Валдивина, Франциско Шевия, Кинг Соломон, Мастер Джизус, Мазер Мэри, Ascended Masters, Вознесенные Мастера Метатрон, Сандалфон, Лорд Будда, Сай Баба и всех ангелов и архангелов, Михаил, Габриэл, Юриэл, Рафаэл и всех ваших ангелов, дать нам возможность прекрасной медитации, дать нам чистоту познания и направления. Боже, Отец наш Всесильный и сама доброта, дай стойкость тем, кто проходит через страдания, дай свет тем, кто ищет правды, и наполни человеческие сердца сопереживанием и милосердием. Боже, дай путеводную звезду путешественнику, успокоение страждущему и отдых больному. Отец, дай раскаяние для виновных и правду для духа, проводника для ребенка и отца для сироты. Всевышний, пусть Твоя доброта распространится на все, что Ты создал. Пощади, Всевышний, тех, кто не познал Тебя, и дай надежду страждущим. Да пусть Твоя доброта позволит духам успокоения распространить мир, надежду и веру повсюду. Боже, луч света и искра Твоей любви может зажечь землю. Давайте напьемся из этих фонтанов бесконечной и полной доброты. Да высохнут все слезы, да утихнет боль. И каждое сердце, каждая мысль взлетит к Тебе, как возглас любви и благодарности. Как Мозес на горе, мы ждем Тебя с распростертыми руками. О, доброта! О, красота! О, совершенство! Мы стремимся быть достойными Твоей пощады. Боже, дай нам силу для развития, чтобы однажды возвыситься до Тебя. Дай нам помощь, дай нам веру, дай нам разум. И более всего, дай нам простоту и покаяние, которые сделают из наших душ зеркало, достойное Твоего святого отражения. Господи, сделай руки мои продолжением мира Твоего. И туда, где ненависть, дай мне принести любовь. Туда, где обида, дай мне принести прощение. Туда, где рознь, дай мне принести единство. Туда, где заблуждение, дай мне принести истину. Туда, где сомнение, дай мне принести веру. Туда, где отчаяние, дай мне принести надежду. Туда, где мрак, дай мне принести свет. Туда, где горе, дай мне принести радость. Помоги мне, Господи, не столько искать решения, сколько самому утешать. Не столько искать понимания, сколько самому понимать. Не столько искать любви, сколько самому любить. Ибо воистину, кто отдает, тот получает, кто забывает себя, вновь себя обретает. Кто прощает, тому прощается.
Кто умирает, тот возрождается в вечной жизни. Помоги же мне, Господи, сделай руки мои продолжением мира Твоего. Аминь. А теперь о счастье. Счастье – это когда тебе есть для кого жить. Счастье – это когда ты можешь щедро встретить входящих в этот мир и достойно проводить тех, кто уходит. Счастье – когда тебя не предал ни один из друзей. Счастье, когда сам никого не предал. Счастье, когда тебя любят дети и собаки. Счастье, когда занимаемое тобой место соответствует и твоим желаниям, и твоим возможностям. Счастье, когда на улице серо, хмуро и дождь, а ты сидишь у окна и пьешь горячий чай с вареньем. Счастье, когда ветер в лицо, а тебе жарко от азарта. Счастье, когда, объездив 100 стран, ты помнишь, что есть 101-я, в которой ты еще не бывал. Счастье, когда на полке среди дорогих тебе книг есть одна, еще не прочитанная. Счастье, когда за спиной много глупостей, но ни одной подлости. Счастье, когда с друзьями чаще встречаешься на юбилеях, чем на похоронах. Счастье, когда имеешь возможность не знать, сколько у тебя денег. Счастье, когда покупаешь все, что хочешь, но зарабатываешь больше, чем тратишь. Счастье, когда утром хочется идти на работу, а вечером возвращаться домой. Счастье, когда каждый день в твоей жизни выпадает хоть минута творчества. Писать роман, печь пироги, играть с ребенком, лечить собаку, сажать клубнику, думать. Счастье, когда ты свободен, потому что ничего никому не должен. Счастье, и когда ты должен множеству людей, но не деньги. Счастье, когда никому не завидуешь. Счастье, когда даже в глубокой старости умирать не хочется, но и не страшно. Одну минутку полной тишины. Прислушайтесь к своему сердцу. Почувствуйте, как бьется ваше сердце, и откройте в нем любовь. А теперь мы с вами отправляемся на водопад, великолепный, удивительный священный водопад. Я постараюсь передать вам энергию этого водопада, потому что была там много-много-много раз, принимала моления. Это удивительное место и удивительная вода. Каждый идет по своей дороге. Но каждый из них приведет к священному месту. И мы с вами можем окунуться в удивительную сказку, волшебство. И почувствовать радость, независимо от чего.
И радость это будет внутри вас. Мы подходим к священному месту, благодарим всех ангелов, архангелов, а также всех целительных сущностей, которые дают нам эту возможность. Убрать негатив, настроиться только на позитивный радостный тон, а главное поверить в чудо. Давайте все сейчас попробуем поверить в чудо. Оно возможно, и оно всегда вокруг нас. Мы спускаемся по узкой дорожке, которая приведет к небольшой калитке. Открываем калитку. Перед нами небольшой, старенький деревянный мостик. Мы останавливаемся на нем на несколько минут. Просим прощения. Прощаем всех, кто каким-либо образом принес нам что-то неприятное. И мы думаем, возможно, что нас обидели. Мы прощаем себя и прощаем всех вокруг. Я сожалею. Пожалуйста, прости меня. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Я сожалею. Пожалуйста, прости меня. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Я сожалею. Пожалуйста, прости меня. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Почувствуйте эту энергию прощения. И мы движемся дальше. А дальше мы вступаем на мостик нашего настоящего. Я открыт всему настоящему, только хорошему, только прекрасному. Я радуюсь солнцу, дождику, я принимаю все, что Всевышний Бог. Почувствуйте, как солнечные лучи через ваше темечко проникают вовнутрь, а также обогревают кожу. Проходят через все внутренние органы, как будто легкий маленький шарик, очищает и греет все внутренние органы, оздоравливает. Установите его там, где его он больше всего нужен, где в вашем теле есть какой-то дискомфорт или боль. Покрутите шарик в этом месте. Почувствуйте, как боль уходит вместе с маленьким солнечным шариком. Он прокатился по всему телу. Нашел в землю, убирая негатив,
дискомфорт, болезни, невзгоды, печали. И оставляю только радостное, прекрасное состояние. Улыбнитесь солнышку. Почувствуйте его лучи на своем лице. Почувствуйте, как лучи солнца расправляют морщинки. Лицо становится гладким, светящимся. Медленно двигаемся дальше. И перед нами мостик, третий мостик нашего будущего. И здесь мы рисуем себе картины. Красные картины будущего. Яркие, солнечные. Всех родных и близких. И чувствуем энергии. Состояние того места, где хочется быть, как будто это уже все там произошло. Рисуйте картины того, что бы вы хотели, чтобы вас окружало. Та природа и люди, которыми хочется быть. А главное – увидеть себя с радостной улыбкой на лице и счастье, ощущение счастья внутри. Помните, мы верим в чудо. Мы движемся с вами дальше, и перед нами великолепный водопад. Удивительной силы вода. Священного водопада. А сейчас одна нога на большом камне. Другая нога на другом большом камне. Обязательно держимся за деревянный поручень. Мы стоим лицом к водопаду. И сейчас все свое тело с головы до ног под струю. Холодная, очень холодная вода. Очень сильная струя, но мы с радостью принимаем эту удивительную, умывающую, очищающую воду. Она омывает все тело с головы до ног. Захватывает дыхание, но мы стоим под струей воды, чувствуем ее силу. Чувствуем омовение каждой клеточкой кожи. И еще 5 секунд. 5. 4, 3, 2, 1. Выходим из-под струи воды, глубокий вдох и выдох. Даем выход всем эмоциям, любым эмоциям. Они все приветствуются. Они все выходят. Любые эмоции, которые посетили вас под струей воды. Глубокий вдох и на выдохе выдаем все, что можно. Если хочется плакать, плачь. Хочется кричать, кричи.
И еще один глубокий вдох, вдыхаем любовь. Выдыхаем все, что не нужно. А сейчас еще раз подстрою воды. Она уже не кажется такой холодной, но все равно очень сильная. Струя воды мывает все тело, с головы до ног. Чувствуете каждую каплю на коже, на лице. И даже такое ощущение, что вода попадает вовнутрь, во все внутренние органы. Она омывает каждую клеточку кожи, каждую клеточку на лице. Лицо становится гладким, чистым. Кожа на теле ровная, светящаяся. Вода омывает все тело. Выходим из-под струи воды. И еще один глубокий вдох и выдох. На выдохе все отпускаем. Глубокий вдох. И на выдохе отпускаем. И еще раз, третий раз. Под великолепную целительную струю воды. И сейчас приглашаю всех родных, близких, дома, улицы. Расширяемся все больше и больше. Страны, континенты. Весь земной шар, он так нуждается в очистке. Нам всем так нужен мир, свобода, радость на нашей великолепной планете. Мы верим только добрым, позитивным. Вещам светит солнце над планетой. Вода омывает, очищает всю нашу великолепную планету, наши страны. Места конфликтов, войн, недоразумений. Пожаров, землетрясений. Все природные катаклизмы затихают. Это видим. Наша матушка Земля, наша планета, она улыбается нам. И мы приветствуем ее такими же радостными улыбками, смехом. Даже если грустно, попробуйте улыбнуться сейчас. Постарайтесь это сделать, и вы почувствуете, как изменится состояние внутри. Детский смех, светит солнце. Очищаются моря, реки, океаны, леса, поля. Мы видим нашу планету в радостном, прекрасном состоянии, в ярких красках. Выходим из-под струи воды. Отпускаем нашу землю.
глубокий вдох. И выдох. Почувствуйте настроение внутри. Какое оно? Вспомните это состояние. Я надеюсь, что внутри у вас засветило солнышко. Несколько глубоких вдохов и выдохов. Очень медленно. Очень спокойно. Возвращаемся в свои квартиры, дома. Сохраните это состояние. Состояние спокойствия. У каждого оно свое. Но я очень надеюсь, что все негативные эмоции вам удалось отдать, выдать. И они к вам будут возвращаться очень-очень редко. Спасибо вам, дорогие друзья, кто нашел время. В первую очередь поблагодарите себя, что вы нашли время побыть самим собой, побыть с нами, участвовать в медитации. Наша коллективная энергия работает гораздо сильнее, чем индивидуальная. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего воскресенья. Всех обнимаю. Благость, радость, любви всем. Пока!